Первый заместитель председателя Мособлдумы депутат от «Единой России» Лариса Лазутина и одинцовские партийцы проверили ход ремонтных работ в здании врачебной амбулатории Заречье Одинцовской областной больницы. Сейчас закупают необходимые материалы – двери, плитку, электрику. Объект планируют сдать 5 сентября. Инспекция прошла в рамках реализации проекта «Здоровое будущее» и подведения предварительных итогов реализации проекта «Подмосковье. Территория перемен», в соответствии с которым выполняются наказы народной программы «Единой России» и губернаторские инициативы.